Добрый день. Обрабатывала капусту от белокрылки через 3-4 дня. Надо было чаще. Бросила обработки. Недавно заметила муравьев на капусте. И в больших количествах. Ура! А белокрылки-то уже практически нет. Да, так оно и работает. Вот люди сначала всеми силами борются с муравьями, потом пишут, ой, не могу справиться с белокрылкой, не могу справиться с паутинным клещом, еще там с кем-то они не могут справиться. Хотя муравьи как раз вот они... Даже садовые муравьи, они не только тлю доят и разносят, как рассказывают эти все мифы садово-огородные, а и в первую очередь муравьи-хищники. И они вот эту вот всю неприятность как раз активно поедают. Такой вот секрет.